Так, у нас здесь укладка цоколя производится с клинкерным кирпичом. У него водонепроницаемость до 7%, поэтому как раз для цоколя, думаю, это как раз отличный вариант, потому что вся вода по стенам стекается с двух этажей вниз, стекается вот и на отмостку. Тем самым клинкерный кирпич не дает разрушению цоколя. Расшивку мы делали такую в 2 сантиметра глубину, так как на один сезон оставляем с раствором, тем что положили, а уже на другой сезон будем расшивать отдельной расшивкой. Это получается бронирование кладочного шва, то есть влага не будет проходить прям до внутренностей, тем самым все будет стекать.
Чебоксары. Здравствуйте.